Всем привет! Сегодня у нас на этой неделе, на этих выходных у нас были помощники. Приехали родители и очень хорошо нам помогли. Вот показываю, что мы успели. Тут стояла бочка, мы ее унесли, стало уже вот так намного чище визуально. Это я детей попросила выложить из камушек такой стоп, как я на прошлой неделе выложила. Они молодцы, очень хорошо сделали. Так, теперь вот это все было заросшее такое сорняками, цветочками, но все равно выглядело неопрятно. И вот папа пол субботы газонокосилкой вот это все убирал. Получилось очень здорово. И вот этот наш сад там был полностью заросший. Мы его тоже полностью почистили. Вырвали еще пару таких елок, которые сами по себе выросли. У нас тут этих елок и так много, поэтому еще несколько нам не нужно. Вот это все было вот так вот, почти в мой рост в сорняках. Я там даже никогда пройти не могла. И вот все, вот это все почистили. И вот там вот из камушков выложили такое место для костра. Будем в следующий раз жечь все то, что мы убрали. И делать красоту. Сейчас вот покажу, какая у нас уже насобиралась большая куча, что надо зажигать. Вот, вот это все. Ждем, что оно немножко подсохнет, и устроим большой костер. Вот, все чисто, красиво, такой зелененький газон. Кто хочет поработать, может приезжать. Надо срубить все вот эти дрова. Так что на этой неделе у нас была большая-большая помощь. Сейчас покажу, что мы еще убрали как бы в гараже. У нас там тоже был полный завал. И в кухне начали снимать ящики. Вот как мы тут все убрали в гараже. У нас тут было полностью все в досках. Паутины, пауки, все разбросано. Вот это мы сегодня пол дня убирали, помыли стены, готовили к покраске, чуть-чуть начали красить, все доски сложили по типам. Вот тут сложили все наши инструменты, все красиво организовано. Отмыли холодильник. Тут оставался холодильник. Это не наш. Он был вот с этим домом. Отмыли его. Вот. Вроде работает. Холодит. Ну и вот тут вот доски так сложили. Еще будем продолжать убирать на следующей неделе. Вот половина всего, что вот тут лежит, это мы то, что вынесли из гаража. Вот это все вот эти доски, палки. Теперь надо снимать какой-то большой машину и загрузить вот это все в машину и вывести на свалку. Так, сейчас покажу хобби моего папы. Он очень любит делать скворечники. Говорит, покажи, покажи. Вот. Это он сделал такой скворечник. Притащил сюда такой пенечек. Насыпали мы туда еще вчера, насыпали зернышки, гречка, овсянка. И уже сегодня утром ничего не было, то мы уже сегодня насыпали. Уже. Птичек тут много.
есть кому что кушать. Так, гараж показала, скворечник показала, газоны показала. Сейчас покажу кухню. Так, вот что у нас получилось. Сняли вот эти все верхние ящики. Холодильник перевезли вот пока что сюда, но потом его постоянное место будет вот тут. И закрасили всю вот эту стену праймером. На следующей неделе сделаем 2 слоя краски. И еще я заделала вот эту щель. Тут была большая щель. И Женя поставила вот эту ступенечку. Там еще маленькая щель, вот ее надо делать, и все, и вот выходит уже красивая закрытая красота. И вот что у нас получается с ящиками. Построили вот такие базы, на них уже будут ставиться вот так ящики. Вот это будет такой длинный, как остров. Тут будет 2 стульчика, люди будут сидеть. Вот этот ящик будет открываться оттуда. Это маленький ящик будет открываться отсюда. И вот этот, он будет 2 разных. Один открываться будет вот так для тарелок, а тут будет стоять микроволновка. Посмотрим, что мы на следующей неделе успеем. Может быть, даже успеем уже построить несколько ящиков. Ну, прогресс идет. Еще Женя поставил вентилятор наверху в одном из туалетов. И он с такой кнопкой, которая через аппликацию можно все включать, свет и сам вентилятор тоже. Ну, покажу уже на следующей неделе. Ну, вроде... Всем пока!